сегодня плюс 35 тени, плюс 40 с лишним на солнце. Мы пытаемся кататься и не умереть. Мы опять в парке Горького. Будем сегодня прыгать, распрыгивать, наверное, основную линию. В парке у нас есть небольшие изменения. Вот эта девочка и трамплин. Он метров 5 пролетом или 6, не помню. Его уже распрыгала Диана. Так что мы по чуть-чуть доотстраиваемся и переделаем все, что можно. Так, Диан, я самое сложное убрал. Давай вот эти палочки перекидывай. Мы еще переделали здесь наш трансфер. И у него теперь очень приятный, плавный и большой достаточно радиус. Наверное, самый классный трамплин здесь. Но, правда, на ходах после контруклона на него, честно говоря, заходить не очень удобно. Контруклон нужно переделывать. Он у нас выводит, получается, вот в ту сторону. И приходится отталкиваться снизу контра, чтобы попасть сюда. Олег хочет попрыгать основную линию, не знаю, уж очень жарко. Мы изменили здесь приземление, сделали его повыше и подальше, потому что мы перелетали, надоело хавать вылет слишком жестко. Сделали здесь пролет, сколько, 6,5, да, сейчас? И он пока, пока не прыгали, мы не прыгали его уже сколько, наверное, месяц. Красава! Ну, на меня, по-моему, обезболивающее не очень хорошо действует. Я сейчас просто ехал, знаешь, как будто вот так вот потрясли тебя, и вот я прям сконцентрироваться не могу. Впервые на Тьюисе пробил подвесочку. Пружина затянута. Я прям почувствовал, все сжало там. Пружина, амор, подвеска. Сейчас будем пробовать прыгать вот этот гэп. Олег его в прошлый раз прыгал. Ой, бля, как ты меня нахуй напугал. Я еще нет. Пока не знаю. Ну, сейчас посмотрим по ощущениям. Сегодня хороший накат. Страшно, наверное, перелететь его, нежели не долететь. Блин, отсюда нормально смотрится, да? Пролета? Да. Бля. Ты, чувак, меня мотивировал. Спасибо тебе большое. О!
Какие тут фотки будут, господи. Вот и распрыгали мы всю, в принципе, линию. Нам осталось только сделать последний бигэйр. Он будет прям бигэйр. Пролет у него будет большой, надеюсь. Сделаем его, сделаем ему приземление. И сделаем, то есть, прям хороший радиус ему зададим. А сегодня я, пожалуй, и так не хотел вообще ничего прыгать. Но раз на то пошло, все прыгнулось. В следующий раз будем уже думать, как на всем этом делать трючки. Если вообще раскатаемся к этому. И приедем, перекопаем приземление. Сделаем приземление шире. Сделаем его просто чуть повыше, чтобы оно было комфортнее. Оно избитое, прям вот его на камере не видно, но оно рельефное такое. Хотя на такой скорости плевать, какое оно, конечно. Ну и займемся тем трамплином, если сил хватит.